Папа будет пробовать помидорчики. Ксюш, ты что делаешь? Угадай, что это. А мне есть. Марго. Она мне как раз, смотри, круто. Что это такое, Ксюша? Мама, мама. Да хватит уже. Ребята, смотрите, что у нас первый день зимы. Всем привет, доброе утро. Выхожу. То есть хочу, чтобы Бонни погуляла. Ее реакция на снег. Посмотрим. Опа! А что это такое? Холодное, мокрое. И как на него писать, да, Бонь? А хотя в прошлом году она видела снег. О, пошла. Здесь все беленькое. Ну, конечно, не так много, вон трамплин весь в снегу. Не так много снега, но хоть что-то. Первый день зимы. И это вообще классно. Это круто. Утром проснуться и много снега. Молодец, Бонь, пойдем. Ай, Бонюсь, ты как, нормально? Бончик сходила уже на улицу. Мокренько, да, Бонь? Подожди, я тебе поводок сниму. Маргарита, отстегни. Да, везде снег. Ты подарочки подготовила? Вот сегодня два несешь подарка? Угу. Вот один подарок. И этот? Это для французского. Это нет, потому что я ей уже подарила вчера один, но она вчера не пришла. Маргарите вчера подарили шоколадку. Шоколадку подарили. Я ее уже, Ксюша, сожрала. Сегодня тоже опять... О, кстати, сегодня девчонки будут открывать календарь. Первый день. Сегодня открывать календарь? Да, первый день. Давай. Сейчас Ксюшу разбудим. Мне полотенце. Сейчас. Ксюша, доброе утро. Ксюша, там снег. Там снег. Хочешь посмотреть? Много снега. Сейчас. Смотри, сколько снега. Ксюша. Не вижу. А ты встань, посмотри. Снежок. Видно? Ну, хоть чуть-чуть, хоть так. Ты говоришь, немного это мало. Тебе сразу по колено надо? Тут так. В 7 часов. Давай. Сколько время уже? 7:05. 10 минут. Ланчбокс где твой? У меня здесь еще вафли. Есть? Давайте. Обязательно шапку. Обязательно шапку, потому что снег идет. Смотрите, Бонни хочет играть со снежком. А, нет, 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 Бонечка, нельзя. Кушает. Вкусно? Его кушает. Бонь, тебе нравится? А покушай. Ой, какой вкусный. Ну надо же, Бонь. Она не дошла. Где, где? Где, Бонь? Ищи, где? Так красиво. Угу. Там внизу все. Лишь бы не растаял быстро. Смотрите, он крупненький, ну, такой сыпет. Ну, завтра будет солнце. Да. Они сказали, что завтра будет солнце. Бонни, пойдем. Снегурочка. Ты снегурочка маленькая. Ты снегурочка, Бонни. Понравился? Снег. В снежки играть. А, Каролин, тебе кофточка эта маленькая, нужно переодеть. Уже рукава вон какие короткие. Слышь, Каролин, пойдем переоденем кофточку. Отвела всех в школу. Сейчас погуляем немножко. Пойдем, пойдем. Я надеюсь, ты не убежишь у меня. Ну, убежали? Давай. Бонь,
снег. Это мячик. Ну-ка. Ну, давай. Давай, играй. Опа. Тыковки засыпалось. И смотрите, папин велосипед. А, велик. Засыпал велик. Бонни, на. Бонь. На, снежок. Снег вообще обалденный, такой липкий. На, Бонни. Бумс. Тыковки замерзнут так. На, Бонь. Дай. Помчалась. Смотрите, батут как там засыпало. Смотри, как ей нравится. В снегу бегать. Давай, догоняй. Догоняй ее. Сюша. Сюш, ты что делаешь? Хотела я интересное видео снять вот с этим снегом, угу. Слоумо. А они уже... Бонни. Но она нашла эту уточку, ты у него и курочку, а ты у нее забираешь. У меня камера, не надо. Опасно дело. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Холодно уже, руки замерзли, у нас перчаток нет. Все, хватит ее уже снегом кормить ее. Хватит ее снегом кормить. Потом придешь и будешь играть. Данил придет с тобой играть. Заходи, заходи. Давай, заходи. Открывать календарь будете. Календарь. Поставила вариться пельмешки быстренько. И супчик у меня вчерашний есть. Давайте. Давайте, заходите. Давай. Мама, тут номер 5, потом я. Да, да, номер 5. Мама, тут отклеилось все. Как это отклеилось? Не знаю, что это за номер. Ну, а куда она отклеилась, надо посмотреть. Фантастика, Ксения. Глаза закрываем и на ощупь сходим. Угадай, что это. Угадаешь? Маска. Так я знала, потому что она всегда вот такие формы. О, это то же самое, как у тебя. Да. Там такая вот масочка пенистая, которая пенится. На. Давай, Ксюша, открывай. Тоже руку засовывай и скажешь, что это такое. Я помню, что это такое. Что это? Вот это конфетка. Лабудели. Откуда я знаю? Ну смотри. Это невкусное? Здесь, в общем, 20 вкусов. Здесь лимон. В общем, всякие фрукты, ягоды. Тутти фрутти. Это тоже как с этого, как с Бин Бузо, только тут все вкусные. Номер один. Один. Вот так. Тут тагается карбаса мелона. Ой. Та-дам! Ой. Макс не захотел, он купил дорогу. Ты ему кирес надо? Да, я же ему предлагала. Он не захотел. Я ему даже предлагала этот адвент-календарь с этими с киндер-сюрпризом. Он не захотел. Да, это есть. Не открыть? Открывай, мы попробуем твой подарок. Давай, оставлю масочку. Давай. Это только есть вот, зачем это другой календарь. Но у меня не так. Алла, там есть лакрица? Нет. Так, я достаю. О, у меня зелененькая. Так, выбирай Макс. Выбирай, Макс. Просто лимон. Лимон. Это все вкусное, Макс. Это не Бин Бузо.
Вот это в горошек какая? Какой это мио? Какой, по-моему. Это мёсы. Мне есть пника. Вкусно. А мне есть пника. Мне есть кумника. Все? Теперь до завтра. Завтра следующий. Нате, пакетики собирайте, можете на следующий год. Там снег идет, она спрашивает, куртку надевать или нет. Обязательно. Почему она когда эту куртку не одевает? Снежками там не обкидывали вас на перемене? Да. Да? Нет, девочка уже. За шею? Да. За шиворот? Который тоже спят, но Катя она идет смотреть. Каролина, обувайся, за тобой Катя заедет. Давай, все, пока. А где мои подарки? Я тоже хочу адвент-календарь. Я тебя тоже, давай. Скажи папе. Фу. Давай, шевели. Снежок уже тает. Давай, иди. Вот тут шапка лежит. Вон уже штаны сразу мокрые. Уже вода. Так, сейчас мы будем делать вот эти вот печеньки. Нет. В прошлый раз мы делали другие. А сейчас, то есть они были, по-моему, ванильные. Сейчас мы будем делать шоколадные. Меня видно? Так, сейчас будем читать, как это делается. Нам нужен миксер. Вот пакетик. Посыпаем его чашечку. Дальше бутер, вот это, и там масло, и его нужно нам 125 грамм. Вот. Так. Масло должно быть мягкое. Да, оно мягкое, пока я шла. Ай. Ой. И яйцо. Так. Нам нужно включать миксер. Теперь у нас раз, два. А шоколадом как пахнет. Чувствуешь, да? Да, он, да. Ты точно ровное количество? Да. Что-то оно у тебя не сбивается. Ну, оно потому что замороженное. Я же говорю, нужно прям... Оно должно было быть растаявшее. Смотрите, ребят, я сегодня в школе шила маски. Такая вот получилась. А что там написано? Бум. Это комикс. Комикс. Немножко мозг большой-то, нет? Не, нормально. Нормально? Еще одна прикольная. Бонни, ты что, на маску села? Бонни, ты на маску села? И вот такой, с таким динозавриком, или кто это такой? Да, это динозавр. Динозавр. А ну-ка. Это я у тебя забираю. Почему? Потому что мне маска нужна. Да, мне тоже. Тебе одной хватит. Уже. У тебя есть уже одна? Тебе одной хватит. А тебе тоже? Она мне как раз, смотри, круто. Вообще. Шея еще? Нет, у нас больше нету. Больше нет? Ну ты умеешь шить? У меня машинка есть. Умею. Ну вот. Мне нужно просто. У тебя выкройка нужна. Круто же, смотри. Лучше, чем моя. У меня неудобная такая. Прикольно. Такой миленький. Я его специально здесь сделала. Угу. Классно. Это хорошо же, что вы делаете такие вещи на уроках. Еще что будете делать? Не знаю. А там еще разные цвета были? Да, там очень много было. Еще какие? Очень много. Скажи это учителю, скажи. Давайте еще раз сошьем, просто скажу. У меня семья большая.
Не два человека. Скажи, в нашей семье 6 человек. Я могла еще сделать, я могла больше. Скажи, в нашей семье 6 человек, и нам нужно еще 4 маски. Я два сделала. Надо было сказать, что у тебя большая семья. Сегодня я сделала одну вот эту вот. А потом еще решила вторую сделать, потому что у меня еще очень много времени осталось. Это классно. Ладно, пойдем печь печенье. Вообще-то мне нужно ужин готовить. Потому что придет папа. А что ты будешь готовить? Я не знаю, что я буду готовить. Вечная проблема, что готовить. Два балла? Два от французского. Давай, два теста показывай. Один хороший, один плохой. Что это такое, Ксюша? Как ты так могла? Французский, ну. Тихо. Маргарита, закрой рот свой, смотри туда, все бумажки. Шесть? Нормально. Здесь у нее 3,5 балла, а здесь 6. А здесь? Ну, это старый. Старый. Угу. Еще не дала, забыла. Ну, понятно. Интересно у тебя это оценки. А, это самый простой тост, да? А вот это посложнее, да? Понятно, мадам. А я тут такие вот фрикаделечки готовлю, большие. Фрикаделище! Сейчас я их немножко поджарю, а потом в духовке допеку. Одна не поместилась. Куда ее засунуть, не знаю. Вот это надо будет ее затолкать. Может, тебе дать? На. Нет, тебе много будет. Все, начнем делать шоколадный... Ой, осторожно. Ну как, не поваляешь, не поешь, как говорится. Ой, она замерзла так. Нужно немножечко подождать. Немножечко подожди. Нужно сначала посыпать немножечко мукой. Мукой посыпали. Теперь можно положить и ждать. Марго, все, мы уже первую партию отправили в печку. Вот они там. Они быстро пекутся, да? Минут 10-15 и готово будет. 8. Это те, которые остались. 8, мама. Тут мои тефтельки, фрикадельки, тефтельки. Не знаю, как они. Ой! Как всегда, пар. Там... Ой, пар прям такой невозможно. Там сыр вытекает. Я положила туда сыр. Сыр? Да, моцареллу. Вот он там из дырочек вытекает. Не знаю, я где-то... Я рецепт увидела, что делают такие эти фрикадельки и моцареллу внутрь. Ксюша стала увлекаться этим покемоном. И папа ей купил вот такую вот коробочку. Здесь всего сколько? 60. 60 тут штук? Тут написано, что... А тут повторки 60. Есть? Наверное. Не знаю, но потому что надо открывать. Ну да. Смотри, тут написано, это такая пачка. Если ты купишь такую пачку, ты можешь играть. Вы... А как играть? Не знаю, это а очень сложно. А у вас в школе кто-нибудь играет? Нет, я не знаю, как играть. Там у них же что-то означает, вот эти цифры, значки. Или это папа купил такую пачку, которая специально, чтобы играть. Опять это. Одинаковая. Это вот как называется? Маккерн. Я уже забыла, как они называются. Все, ужин готов. Давайте на стол стелите вот такие вот. А они так уменьшились, в два раза меньше стали. Это сливки, сливка. Что-то я многовато налила, но плюс еще здесь... От сыра тоже жидкость вылилась. Вот. Рис, фрикадельки, тефтели. Сколько? И немножечко водички. Папа будет пробовать помидорчики. Да-да-да. Да-да-да. Так, а кто печенье откусил? Смотрите, эти печенюшки получились классные. Прелесть. Но мне больше понравились те, которые мы делали, ванильные. Мне понравились все-таки печенья те, беленькие. Здесь слишком такое какао много, мне кажется. Тебе что? Вот это тоже? Папа сегодня у нас пробует соленый помидорчик. На, я тебе его почистила. Давай, кушай. Да, пулем. Только не надо лицо корчить. Нормально кусай.
Помидорчик, помидорчик. Вкусно? Вкусно? Сейчас распробует. На что похоже? Все. Нормально. Дай мне один. Я, по-моему, никогда не кушала. На. Я обожаю. Я один раз объелась только соленых помидоров, что у меня аж лицо покраснело, у меня аллергия пошла. Я маленькая была. Папа нам взял на десерт мочи. Мочи. Это фисташки, шоколад, там этот кокос и как он называется еще? Покажи. Те губы такие теперь. Не нравится? Не нравится шоколад? Мам, ты будешь кушать шоколад? Холодно. Ты будешь кушать шоколад? Да. Ты опять коробки собираешь? Собираю. Так да, у тебя же есть уже эти. Ну мало. Вот Дэнни, так, или компания, что еще такое? Да, что еще? Тут коробочка? Эти, которые тут. Там тоже карточки? Да, тут. Пачки, карточки. Ладно. Это такое, это такая книжечка, что для карточек. Угу. Давай открывай. Раз, два, три. Ух ты. Она блестящая. Это para mí, это para Ксения, ¿sí? No, ¿quieres una de esas también? Круто. Они все блестящие, да? Нет, только этот не. Да, это тоже. Да, это тоже, они все блестящие. Мои первые карточки. Так это вот это? Sun and Moon. Эти карточки очень хорошие. Тут есть разные сезоны, я не знаю, что это. Sun and Moon. И ты про какие хочешь? А вот эти отдельно продают пакетики? Да, вот такие вот Ксюшки попались. Но это не эти. Класс, Покемон, если тебе не покемон. $45. Что случится? Что? Мама, плохой приходит. Мама. Какой мама, плохой приходит? Мама, ты больная, мама, что ли? Мама. Да хватит уже. Боюсь, я боюсь. Мама. 10 часов ночи. My God. Ксюше завтра вставать в 6 утра. Она сидит, ждет какой-то апдейт. Записишься от страха. Это нормально вообще? Ксюша. Ты что себе нацепила? Мне просто здесь болит. Ты зачем прыгнула? Он разговаривает. Мой кот, мама, он разговаривает. Берегитесь. О, ты плохой, 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 плохой. Смотри-ка, боевые дроны. Круто, я так надеялся, что... Ай, я буду ждать. Бать! Ты меня испугала. Давай, все, оставайся с вами. Я не буду ждать. Примочками. Давайте, все, девочки, уже 10:30, завтра вставать в 6. Ну, зависла она. Что ты мне... Чего-нибудь, я просто с водой или с чем? Просто с водой. Давай, иди. Все, продолжение завтра. В 5-м сезоне. Fortnite. До начала 7 часов. Так что иди спать. Я тебе сейчас... Иди быстро, крутой. Сейчас папа будет ругаться. Я смурфик. Все, пока. Смотри, я смурфик.